С дагестанскими военнослужащими и добровольцами пообщался депутат Госдумы России Султан Хамзаев. Посещая призывные пункты, где собираются мобилизованные, он передал теплые пожелания ребятам от главы Дагестана. На случай, если возникнут вопросы, депутат диктует свой номер телефона. 24 часа на 7, что называется. Ставьте задачи, ставьте вопросы. Вы наши ребята, вы наши парни. Да? То есть мы за вас несем такую же ответственность. Мы никуда, никто ни от кого не прячется, готовы на это реагировать. Султан Хамзаев также осмотрел места временного размещения мобилизованных в период их подготовки. Они находятся на базе Каспийской флотилии. Увидел столовую, спальни и места отдыха ребят. Здесь вот все нормально. Вот посмотрите, вот в таких условиях. Да, понятно, не пятизвездочный отель, но при этом все чисто, как должно быть. В своем телеграм-канале Султан Хамзаев выступил и по поводу фейковой информации, которая распространяется в сети интернет. По его мнению, на Северном Кавказе активизировались проукраинские боты, главная задача которых – посеять в обществе смуту и хаос. Надо с людьми разговаривать, надо людям объяснять. То, что военкоматы сейчас не на качество, а на количество работают, тоже неправильный акцент. Но здесь есть четко поставленный регламент президентом, министром обороны. Отсебятиной никто заниматься здесь не должен.